Всем привет! Вы на канале Обо всём. И сегодня на завтрак я хочу приготовить супер воздушный, интересный такой омлет. Потому что я люблю завтрак всякие яишенки, который имеет свое название. Называется он омлет мамаши Пулат. Значит, начинаем мы с того, что отделяем белки от желтков. Значит, конечно, во всех рекомендациях, скажем так, рекомендуют его готовить на 6-8 яиц. Но, конечно, для одного человека это многовато. Поэтому я буду делать все пропорции на 2 яйца. Итак, мы отделили. К желткам мы добавляем, вот на 2 желтка где-то столовая ложка молока. В принципе, даже ее можно не добавлять, но рекомендовано, скажем так. Можно молоко заменить сливками. И желтки мы взбиваем. Да, немножечко щепоточку буквально соли. И надо хорошенечко их взбить до однородного состояния. То есть с желтками все очень просто. Кстати, молока можно добавлять и больше, но чем количеством молока вы регулируете цвет вашего желтка уже в готовом изделии. То есть чем больше молока, тем желточек будет светлее. Ну, нам же этого не надо, нам, да, чтобы он такой контрастный желтый и сохранился. Поэтому на 2 желточка столовой ложечки вполне достаточно. Теперь, что мы делаем с белками? Как я уже сказала, 2 белка. Нам их надо взбить в устойчивую пену. Это, во-первых, для этого нужна идеально сухая обезжиренная посуда. Да, и когда вы отделяете белки от желтков, ни граммулечка желтка не должна попасть, иначе белки не взобьются. Сюда же я опять же добавляю щепоточку соли. И в классическом рецепте уже больше ничего не добавляется. Но все настоятельно рекомендуют именно в белок добавить какой-то вкусняшки. Можно сухой чеснок. У меня есть копченая паприка. Поэтому для вкуса, потому что белок, он же вообще сам по себе на вкус никакой. И сейчас мы миксером взбиваем до устойчивых белков. Собственно, само взбивание не вызывает никаких проблем. Да, вы видите, конечно, с помощью миксера это занимает буквально пару минут. И посмотрите, у меня за счет того, что я добавила паприку, белок такой нежно-розового цвета. По-моему, это вообще такая красота невероятная. Вот. Все. На этом подготовка закончена. Отправляемся к плите. Сковородку мы ставим на огонь, ну, как любой омлет, когда готовится. И смазываем буквально немножечко растительным маслом. Да, ну, единственное, смотрим, чтобы вся сковородочка была смазана. Поэтому это удобно сделать с помощью такой кисточки. Так, когда сковородочка хорошо нагрелась, мы выливаем наши желтки. И опять же смотрим, чтобы они равномерненько распределились по всему донышку сковородочки. И буквально немножко схватились, и на этом вы сразу же лопаточкой высыпаем наши белки. Белочки вот так вот разравниваем, чтобы был везде одинаковый ровный слой. Вот. Классическое в варианте. Блюдо готовится в печи, поэтому оно так даже не жарится, а запекается, можно сказать. Ну, у меня печки нет, поэтому теперь обязательно накрываем крышкой и томим 5-7 минут. Нашего блюда определяется тем, что вот белок стал такой упругий,
То есть самое время его снимать. Нам осталось только теперь наш омлетик аккуратненько разрезать пополам и сложить его белком к белку. Конечно, он у меня не совершенно очень пышный, потому что это на 2 яйца. Но если вы будете делать на 6 или 8, то, конечно, он будет намного пышнее. Значит, но все равно принцип вам понятен.